Лучше забить, чем курить. Волонтеры кардиогвардии в последний день весны устроили традиционную акцию против табака. Прохожим они напоминали о вреде пагубной привычки, которая вызывает опасные заболевания. Отказаться от сигарет никогда не поздно. Если сделать это самостоятельно курильщику не под силу, волонтеры предлагали обратиться в кабинет здоровья, в кардиодиспансер. Там можно пройти как просто профилактический осмотр, так и обратиться в кабинет по отказу от табакокурения. Вот, где врач либо назначить терапию, либо психотерапию, и вместе с психологом там будет такая небольшая терапия, как бросить курить. Если человек уверен, что может бросить без помощи специалиста, волонтеры раздавали брошюры по отказу от курения. Тем, кто ведет здоровый образ жизни, ребята из кардиогвардии предлагали написать на стенде, почему они не курят. Все ответы похожие: «Хочу быть здоровым». В знак солидарности ивановцы забивали гвозди в гигантский макет сигареты. Люди слишком поздно задумываются, почему это вредно и почему нужно бросать эту вредную привычку. Но, тем не менее, они вредят не только себе, а еще и своим близким. Очень много курящих родителей, курящих молодых людей, которые потом будут создавать семьи. Волонтеры уверены, что даже если после акции от сигарет откажется хотя бы один человек, это уже маленькая победа. Чтобы следующие поколения не задыхались от табачного дыма и не воспринимали курение как норму, такие акции здоровья необходимо проводить регулярно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.